Guilty pleasure – это социальный термин, означающий нечто приятное, обычно вызывающее незначительное чувство вины. Выставка бросает вызов традиционным понятиям о вкусе и аутентичности посредством любопытного исследования постоянно разрастающейся популярной эстетики в сфере китчи, имитации оригинальности потребительской культуры. Guilty pleasure отмечает неоспоримый лоск китча, который раскрывается во всех своих смелых проявлениях и становится центром этой выставки. В эпоху сверхпотребления и массового производства традиционная иерархия высоких ценностей и китча становится размытой. Выставка охватывает поверхностность, демонстрируя преувеличенную сентиментальность, мгновенное эмоциональное удовлетворение, стремительное потребление в иронической форме. Здесь собрались 9 участников. Они работают с разными медиами. Здесь вы можете увидеть инсталляции, иллюстрации, игру, интерактивную инсталляцию и видео. Предосудительное удовольствие является тонким сарказмом над установившимися ценностными и эстетическими нормами, приглашая зрителей поразмыслить над парадоксом «что-то настолько плохо, что это хорошо». Выставка произвела на меня очень большое впечатление. Она очень креативная, крутая. Она идет в ногу с современным искусством на данный момент. Рад и доволен, что в нашей стране все больше и больше появляются такие мероприятия. И мы можем, допустим, своих детей, вот моя дочка здесь находится рядом со мной, также приобщать к искусству. Выставка очень понравилась. Очень интересные работы, представлены на ней, яркие, интересные и очень талантливые художники. Все работы очень хорошо между собой сложены в единую историю. Я хорошо понимаю, просто находясь здесь, не обязательно читая текст, я очень хорошо понимаю, о чем это выставка, о чем эти работы. Экспозиция оспаривает общепринятые представления о вкусе, побуждая исследовать личные предубеждения и противостоять культурным ожиданиям, которые диктуют, что считается приемлемым или желательным. Фидан Гусейнова, Натик Гусейнов, Новости АСТВ.